всех приветствую. Сегодня поиграем экономическую миссию под названием So Shall You Reap. Ну, типа я перевел как давайте соберем урожай, как-то так. Единственное наше задание — собрать 160 пшеницы. Я уже запускал эту миссию. Так, сейчас скоростушку пока уменьшим на минимум. Уже эту миссию запустил, посмотреть что да как. В общем, тут есть несколько проблем. Это чума, которая наших людей косит постоянно. Это нападение... Не хватает денег. Да, нападение медведей и волков. Ну и, собственно, проблемы с тем, что дерева у нас поначалу очень мало, и не купить нигде, либо еще его достать нельзя. Ну ничего, будем что-то думать. Надо самое главное максимально быстро поставить лечебницу, аптеку нашу, и потом сразу поставить, чтобы хотя бы одну мастерскую лучника, чтобы луки начали производить. Так, это хорошо. Ну и да, и золота у нас нет. В общем, проблем достаточно. Так, ну, на сороковой скорости будем играть. Так, где-то тут медведи сейчас сразу. Вот они уже приближаются к нам. Так, аптека, нам сейчас сразу надо. Так, это 24. Можно поставить лучника и одну лучника. Так мы и сделаем. Поставим лучника сразу и одну еще лесопилочку. Потому что без дерева и без лучников мы просто не выживем. Тут еще медведи какие-то блин, сильные, нереально. Так, ручеек течет. Ха, классно так сделано. Вот здесь начинается. Уже два тут. Так, несите быстренько дерево. Может, все-таки на 45-й скорости. Так, мастерская стрельника. И как раз, когда принесут дерево, мы сможем поставить оружейную. Медведи, третий медведь, четвертый, пятый. Да, их сейчас расплодится тут. Это плавнее от речки. Тут как раз хорошо пшеницу выращивать, то что нам собственно и нужно. Кстати, там сколько, 160? Но из пшеницы же тут ничего не сделаешь. Потому что нет для обработки ничего у нас. А с питания только яблоки. Ну, что поделаешь. Ну,
Ну что, ребятки, пилите досочки и быстренько несите. Королевство в вас нуждается очень. Так, ну дом знахаря надо по-любому ставить. Запасы золота неуклонно растут, сэр. В замке запасы золота неуклонно быстро, растут, конечно. Сэр. Так, надеюсь, тебя не закоцает чума. Так, сейчас поставим. Нужно больше дерева. Оп. Это есть оружейное. Ваша популярность падает. Так, ну нам надо. Запасы золота неуклонно растут, сэр. Народ весьма почитает вас, милорд. Ну нам по-любому надо. Запасы золота неуклонно растут, сэр. Народ. Нам по-любому золото надо, чтобы поставить дом знахаря. А, что? Блин. Так, яблочки. Давайте хотя бы два сада поставим. Запасы золота неуклонно растут, сэр. Люди доверяют вам, ваша светлость. Лесоруба. Запасы золота неуклонно растут, сэр. Люди доверяют вам, ваша светлость. О, дом знахаря. Поехали. Казна пустеет, ваша светлость. Да я в курсе. Люди доверяют вам, ваша светлость. Чума, что сделать? Так, сейчас принесу доски и ставим бараки для наема войск. О. Запасы провизии убывают, мой лорд. Кормежка неплохая. Бараки. Нужно дерево. Ну, здесь никто не пройдет, можно здесь будет не закрывать. Ну, тут, собственно, пройти могут только медведи и волки. Так, досочки. Давайте досочки. В замке чума, ваша светлость. Да что ж ты будешь делать? Люди доверяют вам, ваша светлость. Надеюсь, ты с чумой быстро справишься. Запасы золота неуклонно растут, сэр. Люди доверяют вам, ваша светлость. О, нормально, работает знахарь, работает. От вашего писаря. Волки идут, сэр! Да какие волки? Вы чё? Вообще попухли. Какие волки? Еще надо. Блин, да счастье вообще. Люди доверяют вам, ваши светлые. Еще волки? Нет! Ждем ваших приказов. Не хватает рекрутов, сэр. Да, не хватает рекрутов, капец. Сэр. Капец. Какие будут указания? Запасы провизии убывают, мой лорд. Придется ставить. Люди доверяют вам. Продовольствие увеличенное. А, еще волки. Нет. Ну почему? Люди доверяют вам, ваша светлость. Наш золотой запас стабилен.
Та налоги-то великоваты, милорд. Да, не может быть. Так, нам надо срочно... Наш золотой запас стабилен. Срочно бабки надо. Так, тихо, что я вообще хотел посмотреть? А, сейчас погрызут, но нет. Запасы провизии убывают, мой лорд. Давай хотя бы занеси. Ты хотя бы ждем три лучника. Мы идем. Запасы провизии убывают, мой лорд. Да? Так, побежали, побежали. Мы уже в пути. Надо волков прессовать. А то они нам тут делов наделают. Волки нападают, милорд! О, типа все? Мы идем. Народ весьма отличает вас, милорд. Отлично. Ждем ваших приказов. Лучники готовы. Мы уже в пути. Так, это есть. Теперь нам надо поставить производство. Собственно, пшеничку, чтобы уже начали носить наконец-то. И продукцию, потому что у нас 8 единичек. Это проблемка. Хаука-то идет, а без хауки... Осталось мало. Уху, надо уменьшать. Запасы золота. Налог убирать, а то сейчас будет у нас серьезная проблема. Запасы провизии 4 убывают, яблок, 4 корзинки яблок. Давай, собирай. Только быстрее, я тебя прошу. Провизии почти не осталось, милый. Да я вижу, что не осталось. Давай, неси. Нет. Успевает одна единичка и... О, подкрепление чуть-чуть хотя бы. Жесть. Послание от вашего... Так какая час еды? У нас и так нет ее. Вы что, шутите или что? Все, минус 8 идет. Да что ты будешь делать? Серьезно? Нашу пшеницу поразила какая-то болезнь, сэр. Да она еще даже не успели поле перекультивировать. Она уже болезнь поразила. Ну, вы прикалываетесь или что? Люди доверяют вам, ваша светлость. Да, но с питанием тут явно проблемы. И надо что-то с этим решать. Так, цветет, и сейчас будут яблочки. О, пошли яблочки. Так, идем медведей. Мой лук, вашим лук. Заколбасим. Идем ваши приказы, милорд. Уже идем. Какие будут указания? Мы идем. Заколбасим медведей и будем строить. Мы уже в пути. Ворота деревянные возле нашего производственного лагерька. Готовься. Чтобы волки не коцали наших. Уже наших идем. Садовников. Мы идем. Мы уже в пути. Только надо от медведей все прочистить. Мы идем. Мы уже в пути. Уже идем.
Мы идем. Мы уже в пути. Уже идем. Так, вот еще. Мы идем. Мы уже в пути. Так, два штуки осталось. И последний ведмежонок. Мы идем. Мы уже в пути. Долгая дорога. Долгая дорога. В замке чума. Да ладно, серьезно. Так, где-то у нас тут еще лучник вроде бы был. А, вот он. Идем ваших приказов. Уже идем. Итак, куда тут они могут? Седой, типа. Ладно. Поставим здесь охранную сторожку. Оп. Да? И мы сюда. Идем. Так, это будет на... Люди доверяют вам, ваша светлость. Послание от вашего писаря. Чума, чума. Запасы провизии убывают, мой лорд. Люди доверяют вам, ваша светлость. Еще яблочки. А яблочки. Запасы провизии убывают, мой лорд. Люди доверяют вам, ваша светлость. Наш золотой запас стабилен. Люди доверяют вам, ваша светлость. Ждем ваших приказов. Лучники готовы. Так, здесь мы надо уже в пути. Уже идем. Поставим на всякий случай. И потом надо будет еще вот здесь поставить хотя бы три лучника. Так, ну что там, что-то принесли? О, ну пошло дело, пошло. 160 пшеница. Так, это надо будет переставить сюда подальше. Неподалеку орудует шайка бандитов. Чего? Да какие бандиты? Вы чё? Воу! Начальника! Ты шутишь или что? Какие бандиты? Вы чё? Блин! Мой лук, милорд, нет! Идем в ваших приказах. Да какие бандиты? Вы чё? Мы уже в пути. Воу! Блин, а это вообще... Сохранение. Я не рассчитывал на бандитов. Вы чё? Запасы золота неуклонно растут. Блин. Вот это так поворот. Уже идём. Летить у вас, колотить. Ну, куда вы будете идти? Вау. А что если так? А, сюда идут такие. Блин, ну это вообще я не рассчитывал на такое.
Ну, это типа они все уже? Или как? Народ весьма почитает вас. Капец. Запасы провизии пополняются, сэр. Весело, конечно. Ваша популярность растет. И что мне делать? Ваш пикант, лучники готовы. Мы идем. Хо-хо-хо. Нашу пшеницу пройдет. Да ну ладно, ну... Ко всему еще и это. Ну, я просто поражаюсь. Так, тут вроде не пройдут, или пройдут, я не знаю. Тут, походу, тоже могут пройти. А, нет. Ну, что это такое? Наш золотой запас стабилен. Люди любят вас, мой лорд. Запасы золота неуклонно растут, сэр. Люди любят вас, мой лорд. Так, налоги. Теперь нам надо... Пшеницу, а пшеницу здесь же. А, ну, хоть одну. Фу. Хоть одну поставили. А здесь что, нельзя? Ну... Надо побыстрее это все дело набирать. Лук, вашим услугам. Долгая дорога. Блин, придется 21 только. Ага. Да, весело. Ладно, давайте хотя бы сохранимся. Посмотрим, что из этого получится вообще. Запасы провизии убывают, мой лорд. Запасы золота неуклонно растут, сэр. Народ весьма запасы золота неуклонно растут, сэр. Народ 67. Весьма почитает вас, мой лорд. Ну и чё, придется ставить мастерскую стрельника еще одну. Как ни крути. Но нам надо луки. Жестянка. Какие будут указания? Уже идем. Так, понятно. Окей. Мы идем. Здесь придется закрывать аж сюда. Что там с деревом? С деревом не очень, мягко скажем. 14 дерева.
не хватает оружия, сэр. Ждем ваших приказов. Долгая дорога. Да что-то зерно вообще так долго носится. Это жесть какая-то просто. Много еды — это здорово. Запасы золота неуклонно растут. Да. Народ весьма да не говори. Вас, милорд. Досочки, досочки. Ну, тут нельзя поставить. А, не влазит. Тупо не влазит. Ладно, ставим здесь. Чё поделаешь? Запасы золота неуклонно растут, сэр. Ждем ваших приказов, да? Мы уже в пути. Тут надо вооружаться просто неимоверно. 160 зерна. Фух. Мне интересно, сколько я Ждем буду ваших его приказов. Лучники носить. Готовы. Уже идем. Запасы провизии пополняются, сэр. Ну, царь, куда ты пришел? Капец, ну как можно так безответственно подходить к своей безопасности? Я не понимаю. Блин, они же как начнут сейчас разрушать, это будет жесть какая-то. Послание от вашего писаря. Сколько ты там? А, ну, там особо-то ничего не украли. Ладно, это все фигня, нам надо... Это, зерно. Ждем ваших приказов. Мой лук, вашим услугам. Мы идем. И походу мы таки будем ставить еще одну мастерскую стрельников, чтобы у нас производство луков было на уровне. Так, ну 10%. 10% есть. Тут надо, типа, что-то наподобие замка, чтобы закрыть проход. Потому что мы не можем допустить, чтобы сюда просто так проникали люди, противники, ну, противники, бандиты. Так, рубают, рубают. Ладно, ставим еще одного лесоруба. Оружие, милорд, мы уже в пути. Какие будут указания? А чуть-чуть увеличивается количество. И это хорошо.
36 дерева. Идет. Так, значит, нам надо загородить кое-что, кое-где. Досочки. Давайте, мои дровосеки, несите мне дерево. Поехали. Вот так, хотя бы одну линию. Ну, конечно, надо будет двумя, и здесь еще поставить такую штучку. В случае чего, чтобы можно было сюда быстро лучников перенаправить. Не хватает рекрутов, сэр. Ждем ваших приказов. Нашу пшеницу поразила какая-то болезнь, сэр. Так. Сюда. Запасы провизии убывают, мой лорд. Не хватает рекрутов, сэр. Так, ну, наверное, сюда все-таки поставим еще. Мы идем. Двоих на всякий случай. Мы уже в пути. То тут всего лучники три. Лучники готовы. Если что, будет сложно обороняться. Ждем ваших приказов. Мой лук вашим услугам. Не хватает дерева, милорд. Да вот дерево есть. Так, это есть. Это есть. И я еще хотел тут подзагородить. Вот так. Так, понесли. Понесли. А что на нас? Уже никто не нападает, ни волки, ни бандиты. Да это ж неинтересно так будет, если опять не хватает люки какие-то, и больше никто нападать не будет. Уже идем! Теперь можно закрыть брешь в нашем замке. Хопс, есть. Так, ну и уже тут тройную стеночку так проделаем. Все, здесь не пройдут, здесь не пройдут. Неподалеку орудует шайка бандитов, вот, сэр. Вспомнил.
Не хватает рекрутов. Про оно и здесь вот и оно. Мы идем. Это так. Бандиты. Запасы золота неуклонно растут, сэр. Народ весьма почитает вас, народ. Давайте-ка сохранимся. Сохранение. Ждем ваших приказов, ждем ваших приказов. Мы уже в пути. Сейчас поразрушают нам. Конечно, все хорошо, хоть досочки принесли. Вовремя 20 досочек. И можно будет потом восстановиться, если что. Так, они опять сюда, я так понимаю. Ну да. Послание от вас. Так, я надеюсь, там не сильно. Запасы провизии убывают. Еду. Крадете. Да, не достал. Не хватает рекрутов, да? Сэр. Уже идем. В 48 уже. Нормально так. Заносят. Послание от вашего писаря. Поблизости обнаружены звериные тропы. Так. А, это медведи. А тут только медведи могут в составе волков разобраться без проблем. А ну, кстати, попадут. А ну давай на медведя. Ах, проскочили! Раз, два, три, четыре. Так, куда мы побежали? Воу! Ребятушки! Волчары! Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять, 12, по-моему. 11 волков. Фух, штампуется такая отара. Волчья отара. Ну-ка, зарядите луки. Даже, ну только не на царя. Ёшкин кот, не на царя. Нет. Это будет жестко погибнуть от волков. Волки нападают, чего? Блин, царь, ну ты вообще не в тему пришел. Сейчас бы где-то тут переловили, просто бы царя загрызли. Не хватает. Это был бы самый нелепый проигрыш. Мы идем. 58. Нашу пшеницу поразила какая-то болезнь, да, сэр. Ладно. Чё, серьезно? Мы уже в пути. Запасы провизии пополняются, сэр. Мы постепенно расходуем деньги, сэр. Люди любят вас. Да мне уже эти деньги, в принципе-то, и не надо. Если уж так быть честными. Mm-hmm.
Идем, не хватает рекрутов, сэр. Уже идем. Какие будут указания? 21 лучник будет. Мы постепенно расходуем деньги, сэр. 62, 160. Ну, в принципе, не осталось-то немного. Согласитесь, как? Запасы провизии пополняются, сэр. Сейчас одного уберем дровосека за ненадобность. Ждем ваших приказов, ждем ваших приказов. Мы идем. Ждем ваших приказов, да? Мы уже в пути. Так, сейчас мы скорость подувеличить немножко. Да, царь, давай домой, домой, царь. Да ты сейчас все королевство подставишь своими вылазками непонятными без охраны. Ждем ваших приказов. Неподалеку орудует шайка бандитов, сэр. Уже идем. Запасы золота неуклонно растут, сэр. Люди любят вас, мой лорд. О, так что там? А, так медведи закоцали одного бандита. Прикольно. И так бывает. Даже медведи нам помогают пройти эту миссию такую неудобную. Носить далеко зерно приходится. Так почему аж туда носить? Ну здесь же есть место, ну положите как бы где ближе, ну капец. Не хватает реку. Послание от вашего писаря. Волки идут, сэр! Да, ну-ну. Мой лук, вашим услугам. Мы идем. Так где? Нету. Люди любят вас. Никаких. А нет, есть. Не, ну тут, конечно, ну хотя на этого медведя могут попасть. Не, ну так, конечно, столько волков загрызли медведя одного. Блин. Так бы, если поодиночке, он бы штук, думаю, 5 волков бы положил запросто. Волки нападают, пилот! В замке чума, ваша святость. Ваша популярность падает. Запасы золота неуклонно растут, сэр. Аналоги-то великоваты, милорд. Так, что там у нас? Народ весьма почитает вас, милорд. 78. Так, волков завалили. Отлично. А сейчас пшеница пропадет вся.
Да, далеко сильно ходить, пока придут они сколько по одному, ну здесь по два снопа могут принести, отсюда наверное по одному походу. Вообще жестко, конечно. Ну что делать, этот вообще даже не косил еще. Ваша популярность растет. Понесли. Да тут сейчас уже пропадет пшеница. Сильно далеко идти. Ну не, взяли еще по одному. Неподалеку орудует шайка бандитов. Еще... Блин, да где же вас столько берется-то? А, чуть-чуть не успел. Жалко. Принести-то. Нашу пшеницу поразила какая-то болезнь, сэр. Так, а где здесь? Ну, вот. А, сейчас медведь тут будет раздавать. Или он назад. Фу, за ними. Потянут назад его. Давайте. Правильно. Неподалеку орудует шайка бандитов, сэр. Вы чё? Девяносто шесть. Ну, приличненько. Идем в ваших приказах. Милорд, мы уже в пути. Идем в ваших приказах. Какие будут указания? Идем в ваших приказах! Идем в ваших приказах! Не хватает рекрутов, сэр. Да? Уже идем! Ну, разбираются. Быстро. Чума. Да что ж она не... Как пошло уже... Блин, не отпускает. Что, еще 60 осталось. Идем в ваших приказах. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Плохо, что каменный. Каменную не башню хватает. Нельзя построить, сейчас где-то здесь медведя зафига. Не хватает рекрутов, сэр.
Я бы сейчас тут где-то поставил так и прикрывал бы на передовых позициях свое графство. Тут плавни такие классные. Елочки. Здесь руда, тут чуть-чуть разбросана. Речка. А тут садить пшеницу самое то. Ждем ваших приказов. Ну, карта классная. Мне нравятся такие интересные карты. И там где яблоки не влазят. Пшенички я бы тут посадил. Ну, далеко ж ходить. Послание от вашего писаря. Ну, уже быстро спеет пшеничка. Кола скидает. Ну, так земля плодородная. Давай, чувак, начинай косить. Ждем ваших приказов. Ждем ваших приказов. Лучники готовы. Мы идем. Может, вас здесь где-то разместить? Долгая дорога. Или... Долгая дорога. Стоят как есть. Что у нас? Последний медведь на карте. Остался. 104. Это что получается? Еще чуть-чуть. Давайте скорость добавим, а то как бы сейчас ничего не происходит все равно. Запасы золота неуклонно растут, сэр. То золото у нас запасы уже провизии выше крыши. Что с ним делать, непонятно только с этим золотом. О, так тут еще можно разместить. В замке чума, ваша светлость. О, началось. Нам сейчас чума не надо, чтобы наших фермеров не покоцало. Нам осталось там совсем чуть-чуть. Сто двадцать. Это получается осталось что? 40 снопов. Это 20 раз принести. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять ферм. Да тут вообще, блин, минут 10 осталось игры. Так что давайте уже напрягитесь хорошенько и просто принесите. Нашу пшеницу поразила какая-то болезнь. Ну почему? Ха, вот это жесть. Ну а тут одна осталась. Прикольно. И выросла. Я такое еще не видел. Ну так же как и яблоки. Оно стоит и потом начинает разрастаться, когда куда-то одно в сторону начинает уходить. Так и здесь. Прикольно. Неподалеку орудует шайка бандитов. Да что ж ты будешь делать с этими бандитами?
Там можешь уже идти косить зерно. Что ты сидишь, начальник? Хорошо, что они забежали ко мне. Иначе был бы трындец. Враги не выдержали нашего натиска. Это хорошо, что они просто не забежали. Я вам отвечаю. Иначе бы перемолотили здесь больше половины лучников. Мой лук к вашим услугам. Так, осталось 26, это что, 13 приносов. Да вообще фигня. Так, что там, кстати, с деревом? Ёлочки простираются. Здесь мы все вырубали. Лесоруб. Двадцать снопов осталось. Отлично. Осталось только прийти на свою ферму, захватить сноп и отнести его. Один остался. Ну что ж, вот и миссия подошла к завершению. Покидаем. Победа! Как мы увидели, самое сложное было в самом начале, когда там все на куче. Чума и бандиты, а потом оно пошло как по маслу. Ну все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кто этого еще не сделал. И смотрите другие видео по Stronghold, по другим играм. В общем, всего хорошего, до встречи.